Чтобы каждый гражданин мог дотянуться до власти рукой. По такому принципу должна строиться система местного самоуправления. Об этом президент России Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию в декабре 2013 года. А каждый регион должен сам решить, как выстраивать местную власть, чтобы она в наибольшей степени отвечала интересам жителей. В Самаре реформа местного самоуправления вступила во второй этап. Он предполагает, что областная столица станет городским округом с внутригородским делением, а районы получат статус муниципальных образований. Решать реальные проблемы жителей в районах будут советы депутатов. Создание советов депутатов районов позволит обеспечить эффективное взаимодействие с населением. Предполагается, что в советы будут избираться 30 человек, в самых крупных районах города – 40 человек. Будут сформированы более мелкие избирательные округа, что позволит закрепить каждого депутата за сравнительно небольшой территорией. Таким образом, члены районного совета получат возможность узнать каждого избирателя лично, а значит эффективно представлять его интересы. В обособленных поселках Зубчининовка, Прибрежный, Береза, Толевой могут быть созданы местные управы. Оптимизация ждет структуру городской администрации. Количество чиновников сократится, как и число муниципальных предприятий, что позволит сэкономить до 200 миллионов рублей из бюджета. Свой бюджет появится у каждого района. А глав районных администраций будет выбирать конкурсная комиссия из представителей горадминистрации и советов депутатов. Мы можем на самом деле, вот на этом отрезке времени, сформировать структуру, которая отвечает сегодняшнему дню, сегодняшнему состоянию общества, сегодняшнему состоянию наших людей. А дальше, может, со временем будет и дальше совершенствоваться, что-то будет добавляться. И мы хотим сейчас сделать максимально разумный, максимально работающий вариант. Проект реформы обсудили на внеочередном заседании областной общественной палаты, куда пригласили депутатов губернской и городской думы. Двухуровневый принцип организации местного самоуправления общественники одобрили. Сравнительные цифры, которые приводились по Самаре и другим городам, говорят о том, что здесь мы что-то увлеклись и слегка обюрократились. Это тоже мешает, вообще говоря, людям напрямую взаимодействовать с властью. Я надеюсь, что вот те изменения, которые обсуждались, они помогут все-таки людям до власти дотянуться. Предстоит много работы над перечнем полномочий, которыми будут наделены районные советы депутатов. Все предложения общественников учтут при доработке законопроекта, который направят на рассмотрение в губернскую думу. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События.